Путину обратился ветеран. От его слов содрогнулись. Глава государства пообещал, что 96-летнего жителя Эйска доставят в Москву и подберут ему хорошее место во время празднования. Президент РФ Владимир Путин пообещал выполнить желание ветерана, который хотел бы побывать в следующем году на юбилейном параде Победы в Москве. О таком желании пенсионера главе государства рассказали на Международном форуме добровольцев в Сочи. «Скажите, что я лично его приглашаю. Найдем ему хорошее место и доставим в Москву», – сказал Путин. Оказалось, что речь идет о жителе города Эйска, Терлееве Сергее Федоровиче. Ему 96 лет. На войну он был призван в 1942 году и дошел почти до Берлина. Ветерану об обещании президента уже сообщили. Он обрадовался. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал участие в параде новейшей военной техники. По его словам, в состав механизированной колонны войдет более 20 типов новых и модернизированных образцов, которые ранее не привлекались к торжественным маршам по центру столицы.